100-мільйонную лыжку выпустила Могилевское предприятие, чья специализация – столовые приборы. Что отметно, это отбылося у юбилейный для города год. До того ж, лыжки и видельцы с надписом «Могилев 750 годов» идут как сувенирная продукция. Протяг темы у Татьяны Сергейчик. Юбилейные медали, а так само столовые приборы с надписом «Могилев 750 годов» как подарунок гостям, которые проезжают в город. С такими же презентами едут за мяжу и могилевчане. Посольство наше белорусское пользуется нашими столовыми приборами. Это однозначно я могу сказать. В России я хотел сказать, что мы уже представлены во многих крупных гипермаркетах в сетях. То есть нашу продукцию знают, и, ну, несмотря на свои заводы, они тоже хотят покупать белорусское. До речи, половину выпускаемой продукции предприятие продает за мяжу. 90% от экспорта идет на российский рынок. Зараз на заводе завершается модернизация вытворчести столовых приборов. Специалисты кажут, дякуючи сучасному обсталеванию, меньше стало ручной працы и значно повеличился выпуск товарной продукции. Позволило убрать некоторые операции, которые делались вручную и, следовательно, требовали затраты рабочей силы. Можете посмотреть, у нас чеканка и вырубка происходят на абсолютно за две операции. То есть раньше было 5 операций технологических и требовало затраты оснастки. Оснастка составляет львиную долю производства. Могилевскую продукцию добро ведают во всех краинах близкого замежа, у Темлику и у Прибалтицы. На предприемстве подлечили, за час основания завода выпустили 100 миллионов столовых приборов. И так отрымалось у юбилейный для города год. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, новини региона.